Мы участвуем каждый год в этой выставке. Для нас эта выставка является одной из основных и базовых, потому что у нас очень много объемов поставок для МВД, для внутренних войск МВД. Поэтому мы являемся единственными поставщиками некоторых позиций, командно-штабные машины в частности. Вот. Поэтому мы считаем обязательным свое участие и всегда принимаем участие. В этом году выставка, ну, она немножко изменилась. Видно, что больше иностранцев появилось, соответственно, Китайская Народная Республика представлена широко. Но, в общем-то, все, кто всегда участвовали, все мы здесь. В общем, выставка серьезная, выставка, в принципе, мне понравилась. Но вот я говорю, появились новые нотки в этой выставке. Но мы представляем нашу продукцию, которая активно используется и в Министерстве обороны, и внутренних войск. Поэтому она, в принципе, интересна, и много гостей приходит, и интересующихся не только для поставки МЧС и МВД, но и Министерства обороны, и другие силовые структуры.